Чем больше человек овладевает знаниями, тем у него больше возникает в том числе и неких рациональных аргументов, которые он использует для того, чтобы поставить под сомнение божественную истину. И происходит это не потому, что сами знания как бы несовместимы с верой, напротив, но это происходит потому, что человек, вооружаясь знаниями, придает своей личности значение, во многом превышающее подлинное значение человека. И мы знаем, что человек, опираясь на свои знания, стал поставлять себя на место Бога. И это произошло не в 21 веке и не в 20 веке, а уже в античности, когда разум настолько становился давлеющим в жизни человека, что вытеснял Бога на периферии этой жизни. Но если говорить о сегодняшнем дне, то ведь так оно происходит и сегодня с еще большей силой, потому что, овладевая научными знаниями, многие считают, что эти знания открывают им конечную истину, но ведь это совсем не так. Потому что конечная истина лежит вне рационального знания. Конечная истина там, где Бог. А Бога невозможно познать только одним разумом. Он познается в духе истины.